Конор Уикхем, молодой англичанин, воспитанник риденской школы, пока в 2006 году не переехал в Ипсвич. Успел заявить о себе в чемпионшипе, это первая лига английского чемпионата, где привлек внимание Энфилда. Но Ливерпуль готов был предложить за таланта 8 миллионов фунтов. Но Ипсвичу хотелось больше выручить за вундеркинда. А тут Сандерленд. После продажи Дарранта Бента в 2011 году обзавелся деньгами и готов был выложить за Уикхэма 12 миллионов фунтов. Ипсвич подумали, лучше синицу в руках, чем журавля в небе. И недолго думая, согласились. Продешевили ли они или черные коты переоценили игру Коннора, нам предстоит рассмотреть прямо сейчас. Конор Нил Уикхэм родился 31 марта 1993 года в Херифорде, недалеко от Уэльса на западе Англии. С 7 лет пошел в риденскую школу футбола, где он был плодовитым бомбардиром с самого раннего возраста, пока в 2006 году его семья не переехала в Ипсвич. Но парень так сильно хотел играть в футбол, и отец отводит его в местную спортивную школу. Через 2 года Уикхэм дебютирует. 11 апреля 2009 года в возрасте 16 лет он выходит на замену и побивает рекорд как самый молодой игрок, когда-либо играющий в Ипсвиче. В то же время Уикхэма вызывает сборную Англии до 16 лет, где в течение сезона 2008-2009 его сборная выиграет Викторию Роуз, Кубок сборных Британии. А через год с командой Англии 17 лет он едет уже на чемпионат Европы, где в финальном матче с испанцами он приносит победу своим мячом. После успеха Коннора в молодежном составе Англии Фабио Капелло 26 октября 2010 года вызывает его под знамена основной сборной Англии на матч с Казахстаном, где он сыграл 69 минут, а его команда выиграла 6-2. Этот сезон для Коннора получился очень удачным. Он сыграл 41 матч за Ипсвич и забил 9 мячей. И интерес со стороны других клубов не заставил себя долго ждать. 29 июня 2011 года Уикхэм переходит в клуб премьер-лиги Сандерленд. Стоимость футболиста составила 12 миллионов фунтов. Напомню, что его в свои ряды мог получить Ливерпуль и Гарри Реднам со своим Тоттенхэмом. Но не сошлись в цене. Конечно, многие спекулируют на том, поедет ли Уикхэм на Евро 2012 года. Как в свое время Свен-Горан Эриксон взял Тео Уолкота, когда тому было еще меньше 17 лет. Чем Конор-то хуже? Что отличает Конора Уикхэма как футболиста? Это, во-первых, физическая мощь. Напористый центр-форвард, прирожденный бомбардир. По его игре можно сказать уже сейчас, что в свои 19 лет он уже готов играть в премьер-лиге Англии. Его левая рабочая нога заставит говорить еще о нем. Уже сейчас Уикхэм подписал первый свой спонсорский контракт с британской спортивной одеждой и снаряжением Umbro. Он появился в рекламе для нового комплекта формы сборной Англии вместе с Уэйном Руни и Джо Хартом. А мы пожелаем ему удачи и будем следить за ним в английской премьер-лиге. И надеемся, что новый главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон все-таки возьмет молодого таланта и даст ему шанс проявить себя на Евро 2012 года.